Только за первые 8 дней ноября на дорогах республики погибло 11 человек, пострадало 52. Руководство ГИБДД бьет тревогу. В экстренном порядке в управление пригласили представителей главных региональных СМИ. Главная тема разговора – довести до водителей и пешеходов простую истину – соблюдать правила безопасности дорожного движения и ценить свои и чужие жизни. Хамза Нурмагомедов, продолжение темы. Эта авария произошла в Кайкинском районе. Десятка выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с «Ладой Калиной» под управлением полицейского. Оба водителя скончались на месте. Таких ДТП за эту неделю было 15. У нас обстановка на дорогах не то, что печальная или плачевная, она просто катастрофическая. Буквально за 8 дней ноября у нас на дорогах погибло 11 человек. Для сравнения, прошлый год, за весь этот период, с 1 по 8 ноября погиб всего один человек. Это тоже потеря, но цифры несоизмеримы. Выезд на встречную, наезд на пешехода, опрокидывание автомобиля. В словах главного дорожного полицейского, тревога за положение на дорогах Дагестана. Некоторые ДТП не поддаются никакому обоснованию, никакой логике. Значит, буквально произошедшее вчера ДТП с погибшим. Человек немолодой, 59-го года рождения, на дорогом автомобиле, не справляясь с управлением, съезжает в обрыв высотой 85 метров. Ну, примечательно, конечно, то, что пристегнутый пассажир выживает, непристегнутый водитель выпадает из машины и, естественно, погибает. Полное пренебрежение правилами дорожного движения, отсутствие чувства самосохранения и культуры вождения. Почему так происходит и как с этим бороться, мы поинтересовались у жителей города. Насчет проблемы покупки прав, все знают, что это больная тема, она не решается. Вот и все. Практики мало, люди покупают права и выезжают в город на острые перекрестки и все такое. Большинство купленные права. Они не умеют. За рулем молодежь. А что они принимают, это молодежь? Под каким этим они ездят, мы не понимаем, мы взрослые женщины. Ну, хаос в городе. Вся молодежь надо проверять. Сейчас в предотвращении ДТП принимают участие не только сотрудники ГИБДД. К ним присоединились коллеги из патрульно-постовой службы. На федеральных дорогах несут службу наряды территориальных органов. Но без осознания водителя и пешехода, что любое нарушение правил дорожного движения может стоить человеческой жизни, обстановка на дорогах не улучшится, считают в ведомстве. Водители, будьте внимательны, будьте осторожны, будьте бдительны. Не делайте, как говорится, резких движений. Будьте внимательны к пешеходам. Внимательно проезжайте пешеходные переходы. Будьте внимательными в местах возможного появления пешеходов. Ни в коем случае не пересекайте сплошную линию горизонтальной разметки там, где это запрещено правилами дорожного движения. Не обгоняйте, если вы не уверены, что закончите обгон безопасно. Пешеходы, не переходите проезжую часть в неустановленных местах. Избегайте темных неосвещенных участков, используйте светоотражающие элементы, подумайте о себе. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.